Вот он, вот он, вот он! Я прям к нему прыгнул! Сука, блядь, ебил! Я прям к нему прыгнул, понимаешь? Наверху чуваки. Вот, я тут вижу. Ты, кажется, что его страшаешь. Одного ногу, второго так снимем. Это я. Это я тоже как бы. Хорош. Блять, он убежал. Чувак, ты шароходов пришел? А, это кто? А, это нет. Не показалось. Бедный корабль, господи. Че, Богдан, убирай мечи или на мечах? Да, корабль. Я буду с мечом, я с мечом давно не ходил. Давай тоже с мечом. Лутайтесь, мы вам все свалили. Освободили. Мы, блядь, всех забили. Богдан, я буду просто на все ломать все подряд. Удачи. Я тоже. Сейчас тут люди были. Где люди? Тут были люди, когда я стрелял, тут люди были. Или мы их уже убили, не знаю. Либо они улетели на гейзере, не знаю. Ты долбоёб, лутайся! Кто? А! Ну я не хочу гулять. У меня тут меч еще один. Разлом. Нет, бой еще один меч. Давай, блядь, команда мечей. Не, я не буду мечей отправить. Иди бери меч. Димон, меч бери. Ты что, не видишь его? Не, Димон лучше пусть да. С мечом мне кажется, он никто не сделает. Это надо уметь. Ну, как хочешь. А, Никита, давай, блядь, у тебя будет разлом, ты нас, если что, спасешь. Отряд мечников. Чего? На L2. Смотри, поднимаешь экран с помощью правого стика наверх и на L2. Вот так легче все. Экран поднимай наверх сначала. Да, все. А на R2 просто такое. Все. А раньше можно было с мечом строиться. Сейчас эту фишку забрать, потому что фишка не было. Строиться. И еще они увеличили анимацию приземления. Из-за этого, когда ты приземляешься, ты очень уязвим. Смотрите, есть еще один меч. Погнали, блядь, Никит, давайте. Никит, не хочешь себе меч? Нет, еще нет. Один? Вот смотри, видишь? Нет. На юза. А ты видишь, все громко. Это все очень громко. Давайте ближе к центру пойдем. Давайте ближе к Никите идем, пойдем. Я, блядь, передаю ближе к Никите. Только не обвалите Никиту, не обвалите Никиту, долбоебы! Блядь! Кто? Димон, блядь, нахуй это сделал? Я ж попросил не обваливать. Так ты... Там костер вроде есть. Так там и был как Блин. Раз. Там была лестница. О, бананы, да сюда. Не бананы как же. Какая банана? Ты бананы где? Вот он. Сосать! Забирай меч, Никита, меч забирай! Никит, забери меч! Пожалуйста. Не, ну пожалуйста, Никит! Ну пожалуйста! Не нахуй! Нет. Ну Никита, ну прошу, ну давай повеселимся, давай 4 меча! Блять, меня убивают! Иди ко мне, меч возьми, Никита, меч возьми, иди к нам, быстрее! Быстрее к нам, беги вперед, меч возьми! Я разлом! У меня вообще хп нет! Да Никита, меч возьми! Да ну нужно один стрелок хотя бы, блять, на свои бы. А, вот! Вон там он! Они, это сноуборд, не, это мечейка. Давайте, надо пометить их, чтобы мы их пошли зарашили. Ладно, хуй с вами, беру меч, ебан. Бери меч, я на сноуборде буду. Вот живот, я не вижу мечи. Них, да похуй. Да, и у него регенерация хп, видишь? Только раньше было по 2, сейчас по 1 хп. Никита, о, кто мой шароход сесть? Сядь их кто-то в шароход. Шароход. Давайте все выйдем. По 2 тоже хилит, блять. Пиздюк, ты меня слышишь? А, по 2, да, лол. Все. На всех постки не делаю. Я бинты захилю, чтобы меня быстрее восстанавливали.
Я бинты сожру, чтобы у меня быстрее хп восстановилось, а то заебало. 2 часа. Еще бананы сожру. Бананов дохуя. Дима, выруби мне. Ой, блядь, Лек. Господи, как это прикольно, типа. У меня почти все хп. Ну, стоп, подойди ко мне, посмотри, как это топово смотрится. Стас, Стас, остановись, посмотри на мою руку. Фиг вообще. У тебя нога... У тебя нога поднялась так жестко сейчас тебе. Если я успел тебе скинуть, скину. Чего ты вообще сбагался жестко? Посмотрите, блядь, на мою руку, у меня рука бога. Я бог. Вы мне не верите, сука? Погнали. Мне, наверное, офигели за чё. Есть лазамён топ-1. Какой топ-1? У нас 4 мяча, дурак, что ли? А, вдруг? Никита, ну иди сюда. Зачем ты ломаешь деревья? Может, тут в сундуке будет этот, хил? А, нет, тут не будет. Тебя наебали. Да, ждёт... И куда ты уходишь, Стас? Я иду. О, смотрите, груз, груз рядом. Стоп, он приземлился или нет? Нет, давайте поджидать, пока чуваки за грузом придет, блядь, как хоп-хоп-хоп, блядь. Опа, давай, опа, опа, нихуя. А на груз залезем. А мы можем, вот, смотрите, тут гейзер есть. Идите ко мне, тут есть гейзер. Смотрите, видите? И толку от него. Вы поднимаетесь и приземляйтесь возле груза наверх. Кстати, подождите, когда вы падаете вниз, резко нажимайте на L2, потому что вы получаете дамаг от падения. Если вы, блядь, не сдохли. На L2 нажимайте, чтобы сделали рывок. Да, чтобы ты сам себе не умер, когда ты падаешь вниз, просто по своей воле, случайно тебя обвалили. Уже стреляли, откуда ты? Там враги? Там враги? Хуй знает. О, смотри, там груз есть. Погнали. Он приземлился. Он приземлился. Открывай, Никит, быстрее. Слёрп. Никита, слёрп, запей быстрее. Попали. Никит, запей слёрп. Забивай, блядь. Откуда тебя? Я тебя защитил, погнали. Откуда? Где враги? Они не со стороны корабля, чилим здесь, они сейчас к нам должны подойти. Он в воде сидит, блядь, ну чили, смотрите, поднизом. Это пушка. А, пушка, да. Ладно, похуй. Дима, микро, блядь. Вырубай шарманку. Идите в зону, пожалуйста. 30 людей осталось, да и плюс зону пиздечек будет. Давайте дождемся еще пидорасов. Стоп, а мы в зоне сможем, типа, прям, ну, в самом первой зоне мы сможем прям бесконечно, типа, сидеть. Она же, типа, хилит и убивать будет одновременно. Не, так хилит, стоп, что ты не помнишь, что ты имеешь в виду? Ну, смотри, самая первая зона, она бьет по одному хп, да? Мы можем в ней бесконечно прям сидеть, если будет такое, ну, типа, вот так. Помаю. Я сундуки чекаю, может, там что-то упадет, да? Че можно водного выпустить? Какого хуя можно? Выпала карта! Стас, давай карту вместо меча, да, блядь, да? Нет, типа знаешь, тут же... Подождите, вы под этого вы пошли на центр, на поляну, где, блядь, мы не можем никого атаковать. Давайте в лесу сидеть. У нас тут преимущество. В лесу у нас преимущество. На меч не стоило чисто. Ой, Богдан. Вон, челики. Вон, один, он одиночка. Да, одиночка. Сейчас, блядь, Димон, ты что делаешь? Давай погнали. Иди за деревом. Убили? Да. Ой, Димон ему дал 150, его взял за крысу, вонючка. Да какая разница, главное, что мы убили. А вдруг мы сейчас реально возьмем топ-1 с помощью мечей? Это просто будет история. Никита, подойди, посмотри на мою руку, когда подрочил 2 раза. Так жестко, может. Блядь, смотри, блядь, сразу, блядь. Самоца. О, меч, там меч. Не, ну давайте чисто. А, блядь.
Давайте с зоны будем идти, давайте с зоны. Нахуй сейчас уходить? Поезд, да, блядь, с Богданом или с кого-то? Ой, ну, Димон, не иди туда. Нельзя перемещаться. Там меч, там меч, там меч. На пруду там меч. Я с Димон, Димон, вверх, прыгни. На пруду два меча, алло, на пруду два меча. Димон, что ты стоишь на месте? Передвигайся. Люди, люди, люди. Я зарашен. Давайте попробуем. Ранил кого-то. Ну кончили. Вот еще, вот еще. Убил, 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 убил. Еще один, человек улетает, за ним, за ним, за ним. Последний. Димона убили. На горе. Двое на горе. Блять, я не улетел, сука. Смокнул. Че так знать, братан, давай, блядь. А, вот низ пункт горел. Да вы шары, блядь! Крутой красавчик! Красавчик, блядь, давай вниз. Я спущу вниз с ним. Где ты, где ты, Димон, где ты? Сначала... Падай, падай, сначала... Димон, остав поднимет, давай. Я тебя подниму. Блять, по тебе сорвет, братан. Ладно, сиди, они криворуки, он криворуки дизит. Криворуки, он попасть не может. Блядь, бери меч, бери меч там сверху. Димон, положи к нам, что ты стоишь на месте? А где мой меч, сука? Ладно, я взял скат, издалека буду мочарить. Меня убили сзади, сука. Все сзади, блядь. Лопу, убили, все убили. Мы убили. Банан, 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 давай, бананы, бананы. Банан, да, крыс. Понятно, банан, блядь. Ебашь, мочи, ты нахуй этого тебя. Сука, блядь, заебошили. Последние четыре. Блядь, пидоры к нам подошли. Стас, блядь, давай за пидорас. Тим. Стас, выбьем пидоров. Стас. Алло. Никита тут? Алло, я тут, я тут, я тут. Ну ты мне что-то здесь мечей осталось. Пиздец, 1-3-4. Сколько лука, посмотрите. Пиздец. Последний чувак. Чилим тут, чилим тут, чилим тут, в воде. Я сейчас последнюю катку и ухожу, короче. Люди, 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 давай, давай. Лучший пасть, наверное, это может быть. Я Костян прямо идеально приедет. Да, ранил. Он не нахуй затащится. Куда, последний? Если ты упадем, я буду орать просто, охуеть. А, подойди ко мне, подойди ко мне, подойди ко мне. Ищем можно. Ищем, ищем, ищем. Ну все, ему пиздец, наверное. Надеюсь. Тихо, если он с мечом? Так и вообще летит только Богдан, да? Ему с барки в голову такой, на 400 урона. Богдан, я, короче, приземляюсь на этот, на склады, давай ко мне. Все, пизда, Богдан. Он падает и умирает, блядь. Вот, чувак с мечом, чувак с мечом, чувак с мечом. Где? Вот он. Изи, просто изи. Топ-1, самый легкий.